Очередного закладчика синтетических наркотиков задержали столичные оперативники. На этот раз Минск с помощью карты закладок изучал гость из России. Видимо, обычные туристические маршруты 21-летнему парню оказались не столь интересны, как прибыльный наркобизнес. В итоге очередной променад по социалистической улице для юноши закончился весьма печально. Его задержали с поличным, а при обыске нашли 250 граммов особо опасного вещества альфа-ПВП. О необычной прогулке, которая может закончиться 15 годами тюрьмы, расскажет Юрий Шевчук. На встречу с 21-летним гостем из России бойцы столичного наркоконтроля отправились вместе со спецподразделением «Алмаз». Столько внимания не случайно. На улице Социалистической молодой человек должен был сделать закладку наркотиков. Выбывшие на место оперативники увидели молодого человека, который копал землю в месте возможной закладки. Оперативно было принято решение о задержании парня. Но просто так закладчик сдаваться не собирался. В надежде на свои быстрые ноги он кинулся в бега. Однако убежать от группы спецназовцев оказалось не так уж просто, как он думал. Задержали наркокурьера в подвале дома, где он пытался спрятать товар. У молодого человека было изъято 250 грамм порошкообразного вещества. В ходе проведенной экспертизы было установлено, что порошком является особо опасный наркотик альфа-ПВП. Стоимость изъятого наркотика на черном рынке составляет порядка 25 тысяч американских долларов. Задержанный признался, что вся партия предназначалась для продажи, поэтому уголовное дело было возбуждено по статье «Незаконный оборот наркотиков». Сейчас оперативники выясняют канал поставки наркотиков, так что не исключено, что в будущем на скамье подсудимых вместе с молодым человеком окажутся и его подельники. Это значит, что всем им может грозить до 15 лет лишения свободы. Юрий Шевчук, Владимир Тиханович, Зона X, Минск.